Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировскому бизнесу выдали 220 миллионов на сотрудников. Это положенные от государства субсидии 12 130 рублей в расчете на одного сотрудника. В Кировской области зарегистрировано 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сферах, признанных пострадавшими от коронавируса. И по подсчетам налоговиков, они могут претендовать в общей сложности на 500 000 000 рублей. Пока заявление на субсидии подала половина ИП и юрлиц. Они запрашивают 300 миллионов, выплачено 220. Программа «Экономика». Власти посчитали, по скольким объектам можно снизить налог на имущество на 2 месяца. Апрель и май снижают ставку по налогу на имущество тем, кто сдает площади в аренду и дал отсрочку или снизил на время карантина ставки для своих арендаторов, если те работают в пострадавших отраслях. Это предусматривают поправки в региональное законодательство, которые ОЗС рассмотрит на этой неделе. По данным ФНС, по Кировской области количество объектов недвижимого имущества, по которым может быть представлена эта налоговая льгота, примерно 3 500 000. Экономика на 101 FM. 170 миллионов может потерять бюджет Кировской области из-за снижения ставок по ОСН, но власти решили пойти на эту меру, чтобы поддержать бизнес. До 1,5 с 6,15%. Соответственно, на 2020 год чиновники решили снизить ставки для предпринимателей из пострадавших отраслей. Правда, они должны на весь этот год сохранить 90% штата и иметь среднюю зарплату в 1,5 МРОТ, чуть более 18 тысяч рублей. Чиновники считают, что на налогах так сэкономят 2 500 000 налогоплательщиков. Бизнесмены же уверены, что условия по зарплатам и штату отсекают большинство из них. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 71,88, курс евро 78 рублей 44 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.